Сегодня в одном из супермаркетов в Украине я купил колбаску. Колбаска краковская. Торговая марка «Маршалок». Стоит около 240 гривен за килограмм. Это где-то получается 6 долларов за килограмм. Колбаса краковская, напівкопчена, вищого гатунку. Склад свинина напівжирна, яловичина першого гатунку, грудинка. Свиняча, сіль кухонна, часник свіжий, подріблений, цукор передчорний або білий мелений. Ну що ж, будемо пробувати. Вернее, уже попробовал ее до этого. Мне понравилось очень. Поэтому будем брать. Цена-качество соответствует.